Последние звонки для омских школьников пройдут 21 мая. Дату озвучили в региональном Минобре. Удастся ли выпускникам в этот день собраться и отметить праздник прощания со школой в традиционном формате, неизвестно. Напомним, из-за пандемии коронавируса в прошлом году выпускные отмечались по классам, а в 2020-м и вовсе в онлайн-режиме. Планировалось, что очный праздник перенесут на август, но этого так и не произошло. Отменят ли удаленный формат празднования в этом году, пока в профильных ведомствах не говорят, хотя надежда есть. Обстановка в регионе постепенно нормализуется. Все образовательные учреждения сейчас работают практически так же, как до пандемии. К тому же оперштаб смягчил коронавирусные ограничения. Коснутся ли послабления последних звонков и выпускных на этот раз, станет известно позже.